С километровой высоты точно в центр небольшой площади. Такой подарок Хлебному на его 385-й день рождения приготовили в Липецком аэроклубе. Воздушное трио приземлилось в самый разгар парада. На него вышли все, от аграриев до библиотекарей. Кто с балаганом, кто с олимпийскими кольцами, а кто и просто на корабле. Культура и труд рядом идут. Хлебинским ветеранам руководитель региона Олег Королев вручил медали во славу Липецкой области. Среди награжденных Виталий Тамбов. 67-го года работал агрономом. На пенсию вышел только 3 года назад и поэтому прекрасно знает, как менялось сельское хозяйство в Хлебинском районе. Были трактора, ДТ, все развалины. А сейчас, вот, как Владимир Иванович работал, там челленджеры. Уже там не маркеры, ничего не... Тракторист сидит в белой рубашке и уже сам даже... Ну, не рулит он сам уже по спутнику. Работает. Белые воротнички у трактористов – результат обширных инвестиций в экономику района. За последние несколько лет было привлечено и освоено почти 5 миллиардов рублей. Это несколько годовых районных бюджетов. В Хлебинском районе жизнь изменилась. Если реально смотреть на все эти изменения, они качественные и направлены на то, чтобы жизнь человека становилась лучше. 20 лет назад Хлебном асфальтированные дороги были в диковинку, а сейчас село одно из самых благоустроенных в Липецкой области. Создана особая экономическая зона агропромышленного типа, отлажена социальная сфера. Люди получили уверенность в завтрашнем дне, но, по мнению руководителя региона, это только начало. Нам предстоящие 5 лет, которые объявлены ударными, для того, чтобы поднять качество жизни человека, предстоит вместе с вами сделать многое. И в наведении порядка в водоснабжении, благоустройстве, в дорожном строительстве, поддержании материнства, детства, ветеранов труда. Завершился день села праздничным концертом, фаер-шоу и фейерверком. Михаил Шушаков, Анатолий Гончаров, Липецкое время, Хлебинский район.